Я думаю, что наше общество должно быть более дружелюбным, общество, в котором мы живем. Только так мы можем чувствовать себя комфортно. И в этой связи, конечно же, тем, кому нужна помощь, дополнительная помощь, общество должно оказывать эту помощь. Не только государство, не только муниципалитет, а общество в целом. Поэтому я надеюсь, во-первых, что нам удастся убедить жителей дома в том, чтобы реализовать этот проект. Со своей стороны я хочу сказать, что мы будем думать в отношении того, чтобы найти другие решения этого очень важного вопроса. То, что в городе должны существовать такие центры, это для меня не вызывает никаких сомнений. Мы должны работать над тем, чтобы эти центры создавались. Подчеркиваю, я надеюсь на то, что нам удастся найти решение этого вопроса в том или ином виде.